Малыш, 4 года, шпиц. Вчера вечером выполз на остановку и прижался к женщине. Муж раскричался и не разрешил женщине взять ребенка. Они уехали. На следующий день женщина все-таки, ей стало жалко, она взяла подругу, и они поехали в эти сады. Лазили там 2 или 3 часа возле этой остановки и, наконец, нашли малыша в яме. Малыша привезли в ветеринарный лазарет, но лазарет связался со мной. Я взяла ребенка. Возраст приблизительно 4 года. 3-4 года, зубки хорошие. Новый малыш лохматой души. Сейчас разговаривала с врачом, так вот предварительный диагноз, что у ребенка не перелом спины, а порезанная спина, перерезанная. Завтра ему будут делать КТ, и тогда более ясно скажут, что там происходит, потому что переломов на снимках нету. Малыш в очень тяжелом состоянии, очень. Весь видно, что он скитается не первый день. Скажите, ну что уже, кричать в голос, биться головой об асфальт? Потому что посмотрите, что происходит. Посмотрите, что творится. Ну ведь видно, что это мама кормящая. Ну откуда у этих... И столько жестокости. Ну как не дрогнула рука бросить яд кормящей маме?